Приветствую, друзья! Надеюсь, что меня видно немножко. На улице уже темнеет, и свет из окна не так попадает хорошо, как хотелось бы. Ну да ладно. Хочу освежить немножко информацию, а также мои впечатления от моего курса «Английский с нуля. Правильный старт». Это мой первый такой творение, которое я создал несколько лет назад. И когда люди его приобретают, то у нас два варианта. Первый — это когда человек сам занимается, абсолютно сам. И второй — когда с репетитором. Я иногда сам использую его, этот курс, когда работаю с людьми с нуля. Такое бывает редко, но бывает. И вы знаете, мне он нравится с каждым годом все больше и больше. Смотрите, я открыл не то чтобы наугад, но так, в первой части, там, где мы учимся читать слова, фразы, предложения. Смотрите, вот, например, это у нас ступенечка номер 9. Открыл, да? Здесь собраны слова, в которых две буковки «и» обычно читаются как длинное «и», долгое «и». Да? И вот человек это читает. Если он сам работает, то, естественно, там есть аудиофайлы, где я читаю, моя помощница читает. Потом я подсказываю, как это читать, скажем так, с какой скоростью, как, ну, стараться в меру, акцент, даже произношение. Вот все это в форме игры и отдыха, ни в коем случае никакого не напряга. Например, это ступенечка номер 9, да, вот на звук «и» у нас. Потом ступенечка номер 10, там звук «щ», который, да, вот собраны. «Щоп», «гас», «щан», «трэш». Понимаете, эти упражнения на чтение, они, с одной стороны, выглядят немного механистичные такие, да, но если их использовать в дополнение к другим еще действиям и упражнениям, там, видам деятельности, то они шикарно помогают разуму нашему принять и запомнить основные правила чтения. Если только-только с ними заниматься, без больше никаких упражнений, то немножко может оно быть ученику, скажем так, скучновато. Потому что читать. Хотя, если человек взрослый, у него есть определенная цель, он мотивирован, вот он хочет, то почему бы и нет. Если с ребеночком, то же, естественно, щит. Я пособирался словаря те слова, которые попроще, которые содержат звук «ш». То есть, тут всякие тут слова бывают. Ученики нулевички все равно не знают, поэтому они так старательно произносят. Это классно наблюдать. Человеку нужно, понимаете, в чем прикол? Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни изучали, английский или искусство, там, рисование, да, живопись, игра на фортепиано, я показываю туда, потому что у меня там фортепиано стоит, спорт. Весь секрет, это я вам всегда во всех своих видео говорю, как методических, весь секрет заключается в многократном повторении. Это не я придумал. Но нужно нам, вот, скажем, условно, там 10 тысяч раз сделать одно и то же действие, чтобы оно у нас на подсознательном, всяком бессознательном уровне, чтобы вы его выполняли автоматически. Или осознанно, если это надо, да? Там 10 тысяч раз, 5 тысяч раз. Естественно, 10 тысяч раз мы слово «щеп» читать не будем, но если теоретически человек прочитал его даже несколько десятков раз, уже для человека со средним уровнем восприятия этой информации, все, оно уже принялось. Весь секрет в многократном повторении. Если не сделать многократное повторение, то информация и эти навыки, они будут фрагментарные, слабые и шаткие. Соответственно, задача любого репетитора, учителя курсов или чего угодно, или самоучителя, это смягчить, скажем так, скуку от проделывания одного и того же сотни раз. Неважно, это чтение слов, или отработка каких-то там фраз в диалогах, или еще чего-то, или изучение идиом, или сотни тысячи раз. Реагирование там на вопросы сотни тысячи раз. И человек постепенно, за годик-два, ну, уже этот фундамент никто не расшатает, потому что эти сотни тысячи раз, они реально там в подсознании, или где они там, они лежат. Таким мощным этим общим слоем. Ну вот. То есть наша задача просто сделать так, чтобы человек почитал, потом отвлекся. Почитал, потом отвлекся. Вот следующее, например, у нас мы здесь берем буковки «оу», две, да, как звук «у», человек осваивает. Повторюсь, я сделал так, чтобы он мог, человек полностью сам, вообще без никого, без помощи, ни аудиофайлов там куча, и вы одновременно на экранчике смотрите в это, ну, и слушаете мои комментарии, там советы, поддержку и всякое такое. Так, ну что, у меня тут камерка закрывает, а что у нас там? Потом, смотрите, после вот этих наших там бунь-бунь-бунь, мы начинаем читать фразы. A big pig, a big cat.
Опять-таки, я этот принцип многократного повторения исповедую, и ничего как бы интереснее и круче я не, ну, за эти годы не... Все вот эти там, знаете, какие-то супер методики, там, да, английский за неделю, ну, в общем, вы знаете мое отношение, если смотрите мое видео. То есть даже, я не советую вам даже не тратить ни время, ни денег, тем более. Вам нужно многократное повторение. Вопрос, как сделать это многократное повторение интенсивным, чтобы побыстрее, но не так интенсивным, чтобы было некачественно и затошнило. Вот и весь секрет этого дела. Ну вот, мы здесь читаем, читаем, повторяем, повторяем. Потом мы начинаем читать маленькие предложения. Смотрите, вы начинаете. Я, здесь перевод написан, но он не звучит. То есть вы читаете, разум видит, это естественно, боковым зрением, ну, трудно не увидеть, это большая свинка. Он это принимает, он ассоциирует эту большая свинка, естественно, с предложениями «It is a big pig». Но как же, куда же ему деваться? А если вы 10 раз прочтете, то это ваше «It is a big pig» вам будет сниться, если вас ночью разбудить, неважно, в трезвом состоянии или не в очень трезвом, все равно «It is a big pig» из вас вылетит при необходимости. Потом вводим артикли где, смотрите, продолжаем читать. Потом мы уже вводим микроистории, давайте скажем так, микро. Сейчас. Вот, смотрите, по два предложения, например. There is a country, the country is big. Вот, поехали, поехали. Постепенно, постепенно. Естественно, я объясняю человеку, что такое there is. Простым языком, незаумным, чтобы человек не испугался, не сказал, что, боже, не хочу я это, идите от меня. Простым, с юмором, с шуточками и так далее и тому подобное. Ну вот, так что помните о том, что есть этот гениальный курс, он лучший в мире для ребят из бывшего СНГ. И он работает как для бабушек, так и для их правнучат. Без разницы. Единственное, с правнучатом, естественно, надо дозированно. Это другой вопрос. Не переборщить. Детки, они там минутки три и все, больше с концентрацией внимания он не может, а то и две минутки. Это смотря какой ребенок, какой возраст, всякое такое, но не дай бог там его посадить на полчаса вот это читать. Это надо делать с умом. Но я надеюсь, что у вас же ум же, ну, чуть-чуть насчет этого все-таки же есть, да. Если же вы взрослый человек, то сели, поехали, почитали, почитали, послушали, почитали, поповторяли, там я на время также вас прошу почитать, чтобы вы уложились вот это все, например, там за полторы минуты, почитали, 15 минут, потом пошли заниматься своими делами, вернулись через часик, опять почитали, 15 минут, пошли заниматься своими делами, я вам гарантию, да, через полгода, там же потом мы переходим к историям, к этому стержню этого курса, историям динамичным, с сотнями вопросов и ответов, вот там уже начинает ваш разум слышать и обрабатывать живые фразы английского языка, фразы из общения или при рассказе определенных, пересказе определенных событий прошлого, там, это очень-очень круто. Окей, друзья, так что помните об этом курсе «Английский с нуля. Правильный старт». В описании ссылочка есть, переходите на сайтик. Если вдруг сейчас бывает, что не открывается, не знаю, кому я там чем не понравился, воспользуйтесь VPN, там расширяют это доменное имя топ, ну я не знаю, не ком даже, а топ. Ну, видимо, они видят эти самые определенные фильтры, что серверы стоят, допустим, там в Украине, не открывают. Ну, воспользуйтесь VPN, и да будет вам счастье. Почитайте немножко, там пару отзывов есть, содержание краткое этого курса, и начинайте работать. Окей, друзья, я желаю вам успехов. Если есть какие-то вопросы по этому самоучителю, вы можете их написать мне на e-mail, я его даю, на Viber, WhatsApp, на Skype. Можете, в принципе, в комментариях к этому видео. Я с удовольствием отвечу, если вопрос по существу. Окей, друзья, успехов вам в английском и встретимся в наших следующих урочках.